Чтобы получать вознаграждение от премиум-пулов Ultima с продуктом DeFiU, нужно вывести премиум-сплит-токены на ваш кошелек в приложении Smart Wallet. Не забудьте обновить кошелек до последней версии и активировать кошелек, чтобы совершать операции со сплит-токенами. Для активации просто переведите один смарт на ваш кошелек. Также обратите внимание, что для вывода токенов потребуется подключенная двухфакторная аутентификация. Итак, для вывода токенов Split откройте дашборд на сайте DeFiU и в правом верхнем углу выберите «Премиум Split». В самом верху слева вы увидите доступный баланс My Premium Split с кнопкой Payout. Нажмите на эту кнопку. Откроется окно, в котором вам будет необходимо выбрать баланс для вывода. Выберите баланс Available Premium Split и нажмите Next Step. В открывшемся окне вам нужно будет вставить адрес вашего Premium Split кошелька в графу Wallet Address. Адрес можно скопировать в Smart Wallet. Вставьте скопированный адрес, в соседней от адреса графе укажите количество Premium Split к выводу и нажмите кнопку Transfer. Откроется окно, в котором вам нужно ввести код двухфакторной аутентификации. Откройте приложение Google Authenticator и впишите актуальный в приложении код в соответствующее поле. Если вы все сделаете верно, то увидите сообщение, что запрос на вывод токенов был создан. Скоро токены поступят на указанный вами кошелек. Историю пэйаутов вы найдете в разделе «Payouts History». Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в поддержку, и мы с радостью вам поможем.